Друзья, всем привет! Сегодня я хочу провести для вас мастер-класс по нанесению, который называется «Рафаэлло Стука Финиш Венеция». Создавая этот эффект, мастера Ойкос вдохновлялись прекрасной архитектурой всемирно известного города Венеция. И для этого эффекта характерен крупный разнонаправленный рисунок. Итак, здесь на планшете у меня нанесен грунт-праймер. Этот грунт на акриловой основе, здесь он разбавлен на 75% водой, и он дает нам прекрасную адгезию с нашим материалом Рафаэлло Декор Стука. Итак, задача первого слоя — нанести наш материал на поверхность ровно и тонко. Который произойдет через 6-8 часов, мы продолжим наше нанесение. Первый слой у нас высох, он стал абсолютно матовым, и мы готовы к нанесению второго слоя. Наносить я его буду небольшим количеством материала, создавая на поверхности широкий разнонаправленный рисунок. Мы приступим к нанесению финишнего, третьего слоя. Второй слой у нас полностью высох, он стал матовым, и мы готовы к нанесению финишного, третьего слоя. Наносить я его буду так же, как и второй, небольшим количеством материала, с единственным отличием, что после того, как мы нанесем наш материал на поверхность, нам надо будет к ней вернуться и заглянцевать ее. Я буду использовать чистый шпатель. Друзья, на этом все. Спасибо за внимание и до встречи на новых мастер-классах.